Ну вот, мы на Шибуе, начинается Хэллоуин. Хэллоуин на Шибуе — это не только большое количество различных костюмов, креативных, иногда бывает не очень, но и огромное количество полицейских, которые пытаются следить за тем, чтобы люди не оставались на перекрестке, когда переключается свет. Несмотря на то, что каждый год собирается большое количество людей на Хэллоуин, в Японии не перекрывают этот знаменитый перекресток, а полиция прям следит, чтобы пешеходы не выходили. И когда переключается зеленый свет, они контролируют, чтобы толпа шла в определенных направлениях, и потом быстро ее сгоняют. Короче, огромное количество работы для полицейских. Я думаю, в наших странах просто бы запретили, чтобы полиции не создавать проблемы, но вот в Японии полицейские работают. Молодцы, народ отдыхает, полиция работает. Как должно быть. В принципе, вся суть Хэллоуина в том, что люди ходят здесь по району и постоянно туда-сюда ходят по перекрестку, фотографируются, снимают видео. Сейчас нас будут гнать. Вот это понимаю, креативно. Во. Полицейские вовсю кричат, что пожалуйста, не останавливайтесь, не тормозите, проходите дальше. Но никто их в принципе не слушает, это как вот фоновая музыка играет, также и крик полицейских вообще никому. Японцы не могут никак ограничить, потому что есть конституция, запрещающая ограничивать жителей, людей, поэтому в общественном месте люди хотят, ходят, их ничто не может остановить и никто. На Шибуе во время Хэллоуина самая лучшая пивнушка и круглосуточный магазин. Здесь всегда продают бухло, самое дешевое, поэтому в этом пятачке всегда очень много людей, которые закупаются. Вообще пить алкоголь нельзя на Шибуе на улице, но никого это не останавливает на Хэллоуин, как и все, что здесь происходит сегодня. Даже вот такие вот маленькие улочки не перекрывают, поэтому автомобили ездят, полицейские стоят, кричат, чтобы народ не ходил по дороге. Но, в принципе, обычно никого не давят. А такое ощущение, что автомобилисты тут тоже медленно ездят, как на этом, в сафари-парке. Ездят, снимают, кто в чем. Быстрый способ дойти, куда тебе надо, это бежать за машиной. Вся борьба полицейских с нечистью происходит все-таки на перекрестке. Сейчас пойдем опять смотреть. В принципе, там можно просто стоять и смотреть, потому что все идут со станции, все красивые, разукрашенные. Там можно всех просто стоять, ловить, рассматривать, кто в чем сегодня. До пандемии было намного круче. Сейчас не так много все равно костюмов. Больше зевак, чем тех, кто в костюмах. В
Вообще, по наблюдениям, больше всего привлекают мальчики в женских костюмах. С ними больше всего фотографируются, их больше всего снимают. На следующем, на втором месте это девочки. Чаще это европейские девочки, там в костюмах медсестер. Они тоже привлекают. Ну, изредка проходят какие-то крутые костюмы. Единственное, которое я видел, это такой пожилой японец ходил. И у него на руке такой монстр с головой. Это единственный крутой костюм, именно хэллоуиновский, который я видел сегодня. А так, в основном, крутые это полуголые мужики в женских костюмах. Теперь это самый крутой костюм сегодня, который я видел. Сейчас у нас будет финальная проходка через этот перекресток. Сегодня уже мы много раз проходили через него. За 10 секунд, когда светофор переключается в красный, все полицейские начинают кричать, свистеть. Это очень громко. И причем интересно, они не устают. Уже, я думал, у нормальных, неотренированных уже голос давно бы потеряли, они кричат без остановки. Еще будут кричать как минимум до 2-3 часов ночи. Ну все, на сегодня наша прогулка по хэллоуиновской Шибуе подошла к концу. В принципе, если будете в Японии, в Токио на Хэллоуин, то обязательно сюда приходите. Я думаю, следующие годы будут более яркие, насыщенные, будет больше креативных людей. Ну а хотите увидеть видео монстров, которые будут ближе к полуночи, не в совсем трезвом состоянии, я думаю, поищите в Ютубе, найдете видео, что они будут здесь вытворять. Ну а все, мне нужно пора ехать, у меня еще завтра с утра детский Хэллоуин.